have an interview. Показав переписку, автор немецкого фильма про допинг в России нас действительно ждет. Следуем за помощницей. Это не просто звездный час. Международная слава, к Зепельду, очередь из журналистов. АРД, где вышло уже четвертое по счету разоблачение, арендует своему триумфатору гостиничный номер специально для интервью. Каждые 30 секунд звонки. Новые журналисты. Зепельд покажет комнату, где в спешке разбросал свои вещи. Брюки, ремень, рубашка. Нет времени даже переодеться. Он стал по-настоящему знаменит. В своем фильме вы называете Мутко не министром спорта. Вы называете его министром Путина. Почему? Я назвал его министром спорта 5 или 10 раз, но вы должны понимать, что он под Путиным. Вот почему я и подчеркиваю, что он связан с Владимиром Путиным. Зепель действительно не говорит прямо. Он будто бы намекает. В фильме показано кладбище, где похоронен бывший руководитель Русады Камаев. Зепель тут же предполагает, умереть своей смертью, пусть даже больное сердце, кажется невозможно. Вы действительно считаете, что в России человека могут убить из-за Олимпийских игр? Я не знаю. Я могу вам сказать, что если вы получаете сообщение с угрозами для жизни, и вы журналист, то неважно, по какому поводу вы получили эти угрозы. Зепельду многое, кажется, предъявлять доказательства он не считает необходимым. А вы не могли бы хоть раз показать нам эти материалы? Нет, у меня сейчас их с собой нет. Извините, меня немного удивляет то, что вы мне говорите. На интервью 5 минут без идиотских вопросов. Это цитата. Зепельд резок, заметно вздернут, но, кажется, искренне верит, что вот-вот спасет мир от российского спорта. Вам никогда не платили за материалы в вашей карьере? Никогда. Никогда в жизни. Я не агент, я журналист. Просто призываю людей самим начинать проводить расследование о допинге в России. Надеюсь, это поможет им обнаружить что-то, что не понравится господину Мутко. С господином Мутко личные счеты. Зепельд считает, что Мутко должен уйти в отставку и в наказание никаких Олимпийских игр. В детали Зепельд вникать не хочет. Вы все время ссылаетесь на то, что у вас есть некие записи, но вы их не покажете. Нет, я такого не говорил. Подождите, у вас об этом говорится в фильме. Ольга, давайте-ка еще раз. Секундочку, просто чтобы мы поняли. Это очень важно для нас. Вы должны это понять. Мы, возможно, не едем на Олимпийские игры. Вот именно. И не вы. Вы не имеете никакого отношения к спортсменам. Вы что, друг спортсменов? Я пытаюсь быть другом своей страны. Почему? Вы не должны быть другом своей страны. Почему нет? Потому что вы журналист. Вы должны быть независимой. Вы не понимаете свою задачу журналиста. Ваша страна не должна совершенно вас интересовать. Зепельд приходит в ярость на этих кадрах. Хорошо видно, вырывает и вышвыривает за дверь микрофон. Сам берет в руки штатив и тоже выносит за дверь, при этом требуя по каким-то причинам удалить весь материал. Ольга, это не имеет никакого смысла. Вы не понимаете, что вам не нужно гордиться своей страной. Интервью окончено. Дальше начинаются откровенные оскорбления. Почему вы такой агрессивный? Потому что вы глупая. Мы глупые. Да, вы глупые. Вы российские журналисты, которые гордятся своей страной. Вы что, глупые? Вам не нужно гордиться. Вам нужно быть последовательными. Уходите. Я не обсуждаю глупые вопросы. Вы погрязли в коррупции. Вот в чем проблема. Вы можете показать нам запись, просто чтобы мы понимали. У меня их здесь нет. Вы что, глупые? Вслед за штативом за дверь выталкивают оператора, но съемка все-таки продолжается. Хорошо слышно. Главный герой, президент Путин, Зепель неожиданно вспоминает еще и про панамские документы, считая это своим итоговым аргументом. Так что получается? Вы хотите сделать историю о том, какой ужасный Путин? Скажите честно. Нет. Вы хотите рассказать, что Россия плохая? Плохая. Вы жертвы всего мира. Ой, вы такие несчастные, так страдаете. Весь мир против нас. Ой, мы жертвы. Боже мой, уходите сейчас, пожалуйста. Я больше не могу слушать эту чушь. Немецкий журналист Зепельд обещает то вызвать полицию, то забрать отснятые материалы, то просто сломать нашу камеру. Я сейчас вызову полицию, если вы не уйдете. Если вы не понимаете роль журналиста, посмотрите на себя в зеркало. Какую чушь вы несете? Вы гордитесь Россией, мои атлеты. Да это не ваши атлеты. Я должна взять свои вещи. Наверху мои вещи. Можно их забрать? Уходите, Ольга.
Но моя сумка там. Что вы делаете? Мама. Перестаньте. Перестаньте. Руки убери, пожалуйста. Руки. Вытолкав нас за дверь, Зеппель пускается в драку, хватает оператора, вырывает из рук камеру, выбегает за нами на улицу и начинает следовать по пятам. Прямо сейчас вы видите, Хайо Зеппель продолжает нас преследовать. В его руках микрофон телеканала «Россия», он по каким-то причинам отказывается его нам вернуть. Could you please give me the microphone? You have stolen it. Хайо. Why did you take my microphone? I call the police now. Yes, you can call the police. Yes. And we'll tell you about the harassment. You can yes, we do. Do what you want. Вы видите? Вы видите, Хайо Зеппель продолжает преследовать нас. Он идет буквально по пятам на протяжении уже последних 30 минут. В руках, я повторяю его, наш микрофон. Микрофон немецкий журналист вернуть отказался. Немецкий журналист предъявляет по-настоящему любопытные обвинения. Вот только что он позвонил в полицию. Вот видите, в его руках микрофон. Для того, чтобы сообщить, что в действительности мы не журналисты, что мы самозванцы и вторгаемся в его личное пространство. Это при том, что именно Зеппель преследует нас, а не наоборот. Преследование продолжалось 30 минут. Ольга Скобеева, Александр Медведев, Лев Сергеев, Георгий Королев и Анатолий Петров. Вести, Кёльн, Германия.